Сегодня у нас 1 марта 2017 года. Утро. Время у нас сейчас 22 минуты 10. Вот. Сейчас вот я вышел утром. Буду дальше скидывать снег с крыши, как мы вчера с братом Никитой скидывали. Здесь вот с храма, с верандой. В этом году вообще горы целые снега. В два раза больше, чем в том году, если не в три. Вот. Хорошая бы горка получилась, но промедлили, прособирались, так ничего не сделали. Вот и начальник вышел. Пойдет сейчас своих, видимо, кормильцев. Не кормильцев, а это собак кормить. Вон они под забором выглядывают. Уже услыхали меня. Люди утром ждут. Как выглядывают. Что значит преданность собаки? Такого животного, какая преданность, наверное, нет. Я даже не знаю. Ой, как они там бегают, а? Сейчас я подойду открываю. Сначала всех надо созвать, поспешить. О, пришли. Ну-ка, сейчас подождите. Не все здесь. Это мусоровоз. Сейчас он будет разгружать, загружать мусор. Собачки боятся, машина большая. Еще двоих не вижу где-то. Держи. Вот он мой хорошенький такой песик. Да замечательные мои собачки. Ой, ну-ка, лапу дай, лапу дай. Давай, давай лапу. Лапу дай. Вот он. Лапу дай. Вот. Да вот он лапу, видишь, как положил. Ну. Зиму все прожили. Ну это все мясо дали. Вот так. Так. Мне надо постучать еще, может прибегу. Вот он. Где был? Вот наш такой. Ну. Вот он идет, где. Этот никому не дает, пока ему не дашь.
Ой, мой хорошенький такой. Это его сын вот этот вот. Держит скорее, держит. Держит, пугливый такой. Еще не все. Еще надо постучать. На завтрак, на завтрак. Да подожди, подожди, я. Ой, там мясо кусок. Все мясо утащил, подожди. А то у меня все такое получается. Один утащил. Давай. Вот он. Ну подожди, подожди. Все, мороз главный прошел. Кошек затащили кверху. Ой, ой, с рукавицей вместе. Сало готовое, держи. Ой, прямо никак. Да иди сюда. Все, на этом конец. Она отбивает, а все побежают. Все, ничего больше нету. Ой. Вон у нас сосед живет где-то. Добрый. Доброе утро. Вот это он, смотрите, пошел там, не дожил, приходит, а старуху уже зарезали. Сосед тут спалил его. Старик все один успевает делать. А сам свинья, ну что это? С утра еще холодно, хоть уже и весеннее такое настроение у погоды. Надписи еще у нас висят. О. Ох, где мои 16 лет? Снегу по колено тут. Большое. В этом году много. Ну, голуби, Игнатьевна, все сидят. Вот квадратами нарезает и выкидывает. Когда только живу, такой снежной зимы не было. Thank you.
сантиметров. Там пониже маленько. Это огромная чаша. И тут сейчас оно вплотную к этой. Надо тоже потом будет прорыва. Ну да. Это все, вот это вот, 13 соток, Господь дал мне. Это вот где храм, он видно где. А это дом, вон голуби мои пришли. Дикие. Сейчас я дам. Гули, гули, мои гули. Смотри. Вот так. Вот. Гули, 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 гули. У меня всегда семечки с собой. Гули, 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 гули. Вот они где. Гули, 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 гули. Он слетает какой. Это два дикаря, а он наверху, видишь, какой сидит. Это у меня специально дикарей держу. Они создают свой микроклимат. И первые выводят. Очень выносливые. Вот он идет где. Гули, 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 гули. Она боится еще. Хоть о домах хотел сказать. Когда я вернулся, помилование было, интересно. Невиновный, но помиловал Верховный Совет, Президиум СССР. Это вышло, кажется, 15 марта 2017, это 1987 году. А реабилитация наступила. Политзаключенных, 210 человек тогда сидело, ну я в том числе. Все религиозные шли по этой статье. Только 4 января, кажется, в 92-м году. Вот когда, куда утянули они. Это уже была реабилитация. Ну, я стал судиться, у меня пленки изъяли. Общий иск был 11 миллиардов по тем деньгам. Недонеминированные еще были. Ну и 11 лет шел суд, я его выиграл. Ну, Господь так сделал. Очень расположен был, помогал мэр города. К слову сказать, в десятку лучших мэров России входил Баварин Владимир Николаевич. Близко знаком был прокурор края. Ну, все еще сыграл, говорит, роль свою. Тогда депутат был и был ректор юридического, кажется, института здесь. Тен, кореец такой. Он как-то с ним говорит, ну, Латкин, говорит, руки, ноги, говорит, не вставишь. Время не вернешь. Ну, надо закончить это дело. Ну, признано все несправедливо-то. И тогда суд вырешил 1/200 часть, и нечем рассчитываться. И судебного исполнителя, Бог дал, женщина, она прям приступила. Пока не рассчитаетесь, бюджетники ни один не получит зарплату в городе, арестовывают все движения средств. И тогда меня, ну, вызвали, стали разговаривать, как вы хотите, деньгами. И как-то я предложил что-то, я сказал, нам негде молиться. Но чтобы место было сухое и недалеко от центра. Это центральный район. И вот здесь 13 соток, два дома. И когда меня первый раз привезли сюда, прямо напротив, суд краевой, где меня судили, видать его. Я смотрел вот это, там закрытый на замке был. На Боголюбов. Интересно, какие Миролюбов, там вот такие вот пошли судьи. А до этого были разные Волкодавовы, там все такие. Вот, даже вот это и то говорит. Карманов и Тупицын были взяты у меня в эти свидетели, когда меня там ограбляли. Здесь все по-другому. Я говорю, согласен. А потом говорят, а что там за домник внутри стоит? Так, да это тоже в это входит. Как? Это этот, этот. А тогда он был председатель или как его звать? Глава железнодорожного райисполкома. Вот. И он мне говорит, Петров, хороший человек-то. Ну а какого вы хотели размера? А у него кабинет, ну и приемная там. Ну, я так думаю, вот это скажу я ему, а тут, наверное, 50 квадратов будет. Ну, как приемная, говорю, это. Ладно, а тут у меня 226 квадратов оказалось. И потом началось оформление документов, Баварин все это помог. И на мне закреплено, и суд законченный, назад уже никак нельзя. Но это уже дело 20 лет с лишним назад, все закончено. Да нет, не 20, поменьше маленько, там 15, наверное. Все. И вот сейчас здесь находимся мы. Ребята, тут Никита. Вот тут дверь рядом, Надежда Васильевна. О, жена через стенку, а где бы она жила? Отдельная квартира, двухкомнатная. Собственно, рядом. Ей все уголь, все заносит, за электричество не платит. Куда лучше? А тут ребята, комната-то
там 20 квадратов нету. И у меня живут-то сколько? 4 человека нынче только зиму живут все. Мужчины. И куда? А туалет-то какой? Горшок, ведро только. Но она все готовит, нам приносит за ней. Тут и воды, вон ведра стоят рядом, пустые вон. Она выставит их, а уже принесут, на стол поставят. Как можно говорить, что плохо там елище? Ну не знает, что ко мне привязывается-то. Потихоньку сейчас слазь туда. Я тут пока не буду. Пойду там посмотрю, что у меня важно. Давайте сюда мне аппарат. А это все налажено там? Да. Поверни ко мне, чтобы не уронить. О. Ага. Так, я по лесенке спускаюсь. Давай. Вот так, бери туда лестницу, куда хотел. На ту. Бери, ты можешь мою там не взял, я вон достать надо было лопату-то. У меня своя есть. Ну своя есть. Ну давай. А то у меня тут на зиму ставят люди. Ставят тут машины, прицепы. Как... Территория-то большая, 13 соток. Мы очень довольны. Очень довольны. Это Господь сделал так. А вот сейчас скидывать, если надо будет. Вечером сегодня третий день. Сегодня 1 марта 17 года, среда, третий день, буду считать канон Андрея Крицкого. Вот. И приходят тут, которые молодые ребята. Нет, ты бы с той стороны поставил, Володя, вот так вот. Она ровно станет. Она не ровно. Вот так, ставь. Все. Ну, маленько наклони, ничего это не имеет роли. Пошел. Мне очень хорошо тут с ребятами. Ну, пожалуйста. Вот, прихлопал. Только чтоб в шифер не тыкать лопатой сильно. Лучше оставлять там несколько сантиметров снегу. О, к соседям, чтоб только ни одной капли не попало, а то будет не урядиться, несогласие. Вот показываю, где у нас тут. Чего сел голубок тут? Это я его не вижу. Дом вот. И прямо на уровне его тут где-то он сидит. Не буду уж двигать. Во. Все на этом. Раннее утро. Солнышко уже возошло. Видишь, сколько работы здесь. А там, видать, под забором сидят собачки мои. Я сейчас кормил их. И они под забором выглядывают меня. Их видать даже вон они где. Вот голубок сидит. Тут семечки насыпал. Сейчас они будут есть. Подойдут. Да на улице прямо все. Вот такое дело. Вот так. Те, которые, бывают, люди недовольны, нападают. Так у них ничего нет. Он в студии сидит, наушниками заклепал уши-то и жизни не знает. А мы показываем все. У меня 33 тома книг, 6700 роликов наших, 17 тысяч фотографий. Да меня голыми руками можно брать. Потому что столько материала против можно дать. Это я захожу уже в комнату. Ну, Буска, иди на улицу. Пойдешь? А? Где она у меня тут, я не вижу. Вот она стоит. Ну, пойдем гулять, пошли. Пойдем гулять на улицу. Пойдем гулять. Ну-ка, пошли. Холодно, видно, не хочет. Ну, все тогда. Там.